Пливекоче под сині, ой, ой, пливекоче под сині. За месяц до событий на Майдане на дне рождения я учила петь свою любимую лемковскую песню. Я даже не подозревала, что эта песня станет похоронной для погибших на Майдане. В ночь штурма Майдана нас не выпускал из общежития охранник, и нам пришлось вылазить через окно. Я как режиссер хотела все запечатлеть, потому что это моя история, моя война, моя свобода. До момента, когда жизнь стала важнее, чем мой фильм. Здесь самая мертвая зона. Там, видишь, оттуда сепаратисты обстреливают наши конвоины. Девчина, как вас звать? Алиса. Алиса? Вы долго тут находитесь? Я уже потеряла счет дням. Да? А зачем вам автомат? Зачем вам зброя? Боронити Украину. Боронити? Давай, давай, давай. Сюда? Да, 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 да. Какой город? На востоке я попала в плен. Available now on iTunes.